всех приветствуем. Что ж, спокойное утро в любимом парке. Тишь да гладь. Хотя ночью опять неспокойненько так было. Опять слышно именно были бабахи такие. Ну, как сообщают, что это было все в районах области. Что по городу именно ничего вообще не было. Но если это было так в районах области, так слышно. Я представляю, как оно слышно вот там вот именно. Пятиканальном звуке. Хотя нет, я, знаете, не хочу даже себе это представлять. Но ощущается, конечно, значительно так. Да. И еще такая интересная новость. Допомога ООН. Каждый громадянин Украины может получить по 2200 три раза. Поэтому в Приватбанке сейчас там просто именно очереди вакханалии. Там, ну, в 8 утра уже приходишь, там все забито, все занято. Не прорваться. Короче, оформляете там, ну, все как обычно, через Дию. И в течение там какого-то времени получаете эти 2200. Гляньте, какие. Гуси-лебедь. Красавцы. Так что вот так, в городе все тихо, сейчас спокойно, все хорошо. Наслаждаемся, живем, а выбора другого у нас и нет. Надеемся на лучшее, так воно и будет. Все, бережите себя, здоровья вам, и все будет доброе.